Трех мошенников задержали в Южно-Казахстанской области. Перегонщики автомобилей использовали подложные документы, сообщили финансовой полиции. Оформляли машины из Кыргызстана, как и белорусские. Все потому, что товары из стран таможенного союза освобождаются от уплаты таможенной пошлины. Контрабандисты платили только налог на добавленную стоимость и тем самым причинили огромный ущерб государству. Пострадали и простые граждане, купившие незаконно легализованное авто. Известно, что мошенники таким способом перевезли 3 машины. Но на самом деле жертвами их махинаций могло стать гораздо больше людей. В компьютере одного из задержанных нашли целую информационную базу, которая может вывести их на след других пострадавших. Совершая незаконные сделки, легализовали имущество, полученное преступным путем, и, совершая ряд экономических преступлений, причинили крупный материальный ущерб государству и гражданам на общую сумму 11 миллионов тенге, из которых добровольно на сейчас погашено 9,5 миллионов тенге,